На море такие бутылочки с цветным песком продаются как сувениры и стоят приличных денег. Но их можно сделать своими руками практически за даром. Для этого нам надо покрасить соль. Насыпайте, пожалуйста. Соль подойдет и мелкая экстра, и крупная морская. Насыпаем ее в ступку и переключаем внимание на мел. Его можно натереть в крошку. Используем для этого терку для детского пюре, например. Твердый мел превратили, посмотрите, как в муку. Сиреневая мука. Сейчас мы ее высыпем. Соль. Теперь нужно пестиком хорошенько растереть соль с цветной мукой из мела до тех пор, пока все крупинки соли не окрасятся. Сейчас мы с вами будем наполнять вот эти пустые стеклянные бутылочки. А воронки я сделала из бумаги. Меняем угол наклона воронки и бутылки, чтобы получились интересные узоры. Некоторые слои можно сделать белыми, насыпать неокрашенную соль. Вот что получилось. В конце немного постучите бутылкой об стол, чтобы соль уселась, но не перемешалась. И плотно закройте крышкой. А сейчас, девочки, своими руками мы с вами сделаем массу для лепки. И опять же нам пригодится для этого соль. Стакан муки, стакан соли, несколько столовых ложек растительного масла и вода. Это ингредиенты проверенного рецепта массы для лепки. Высыпаем все сыпучее, выливаем все текучее. Воды по чуть-чуть, сколько возьмет. Перемешиваем, должна получиться масса, похожая на обычное тесто. Вот мы хорошенечко его вымесили, и получилось вот такое мягкое тесто, потрогай-ка. Отщипываем по кусочку и начинаем лепить. В ход пойдут любые формочки и пасочки. А если использовать такой подобный пищевой краситель, то массу для лепки можно сделать цветной, любого цвета. И тогда фигурки наши будут уже окрашены. Готовые фигурки можно высушить на солнце или в духовке и раскрасить их красками.